Московская. Следующая остановка – Филатова. Уютный, удобный салон автобуса оснащен современной системой оповещения. Теперь свою остановку не должен проехать даже турист или гость Мурома. Просто и надежно. Терминал работает полностью в автоматическом режиме и не требует вмешательства водителя или кондуктора. Дополнительно система оповещает и о правилах пользования автобусом. Было очень много пожеланий по поводу того, чтобы объявлять в автобусах остановки. Мы решили этот вопрос. И теперь с помощью ГЛОНАСС в автоматическом режиме идет объявление остановок. То есть пассажир, садясь в автобус, уже знает, на какой остановке ему выйти. Особенно это важно для жителей города, которые оказались в чужом районе, для слабовидящих жителей, а также для приезжих. Кроме того, салон автобуса оборудован телевизионным монитором. На днях по нему начал транслироваться новостейный блок телерадиокомпании «Муромский меридиан». Время на дорогу уходит не впустую. Важные городские события и маленькие интересные истории о муромцах сменяют друг друга. Появившееся новшество может быть интересно тем, кто не смог в силу ряда причин посмотреть местные новости в эфире. Сейчас, в настоящее время, мы в каждом автобусе хотим поставить мониторы для того, чтобы пассажиры могли не только добраться до нужного места назначения, но еще узнать новости города. Жить в одном городе – значит жить с ним одной жизнью. И если к безопасности, бесперебойности, отличному техническому состоянию транспорта добавится еще и культура обслуживания, выиграет весь Муром. Проект пилотный. Если он устроит горожан, а в день каждый автобус может перевезти до 600 человек, подобными мониторами будут снабжены и другие маршруты. Елена Петрова, Николай Молодёнов, Новости 24, Муром.